Так, дошли мы какой-то кляный зог Диеренхаус. Судя по внешнему виду, это какие-нибудь лисички. Лисички-сестрички. Зайдем, посмотрим. Кто тут маленький? А, вон маленький такой лемурчик. Маленький лемурчик с длинным хвостиком. Ага. Понятно. Вот такая зверушка тут. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А, маленький обезьянка. Литл обезьянка. Много нам предстоит узнать, мой друг, еще об этой жизни. Ну, куда прыгнешь, куда прыгнешь, давай, куда прыгнешь. Ой, ты сладкий. Чуть побольше мышки, а хвостик-то какой хвостик. А спинка-то, а спинка. Ой, а хвостик-то у тебя какой. Мама, да с таким хвостиком да на свободе. Это ж такое счастье. Царство тамаринов, вот таких вот небольших обезьянок. И здесь же еще маленькие обезьянки есть, совсем маленькие. Ну, хвосты горностая тут нам. Притаился, не в настрой сегодня явно. Здесь вот на таких джунглях живет. Здесь, похоже, и кормится. Вот он какой. Здесь более крупная живность. Паукообразный какой-нибудь. Обезьян. Да, хвост у меня как пятая рука. Смотрите, как ловко прихватился за дерево. У него такой хвостера такой, ой-ой. Равновесие помогает удерживать. Да что, если хвостом, если что, тоже могут прихватить. Будь здоров. А если что, можно на хвосте зависнуть, если с земли что-то надо достать. Но так, чтобы быстро удрать, если чего. Висишь так, землю подбираешь, а хвостом держишь. Он не видит, держится хвостами. Раз, хвост отпустил. Если опасность, быстренько хвост, оп, потянул. Ага, ну в этот раз домой ушли. Ладно. Смотрим дальше. Парень молодец, а? Правильно. Привет. Что значит, по-настоящему человек устал, да? Вот отдыхает. Вот миленько так и уснул. Нет, еще не уснул, что-то беспокоился. Так, что-то там без тебя, брат, едят. Надо разобраться. Нет? Кто там лазает, где положено. Ага. Ушастый фенек. И такое тоже бывает. Ну, что-то фенек сегодня, похоже, тут уже набегался. Решил отдохнуть, малек. Это самурайские прям обезьянки такие, с такими сищами классными. Такие, ух. Очень шустренькие такие. Бегает, 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 вот он. Ух ты, славненький. Ух ты, славненький, какая же ты обезьянка славная. Эй, самурайская обезьянка. Не хочет. Тут еще говорят, хомяки очень уютные. А, да, вот. Совершенно клевые хомяки, хомы. Хома, хома, не ходи из дома. А что за щечками? За щечками зернышко, зернышко? Ой, какой маленький, смотрите, маленький какой хома. Папа, мама и я, хомячая семья. Как это еще тут такие звероги балдеют. Вот так вот.
У вас кошельки, это горнос, стоит какие-то. Так, ну это какие-то земноводные крысы. Типа андатров, что ли, вон там. Хумандантра. Нет? Ты андатр или не ты? Эй, зверюга. Иди нырни в воду. Что-то все они какие-то ленивые, они какие-то. Но это, видимо, для нее все-таки вот такой вот аквариум, аквариум-то. О, вторая пришла. Ну так в чем дело? Что за дело? Ну-ка. Зверушка. Мяукает. Она мяукает, славная. Мяукает что-то. Что-то хочет сказать. Какие-то выдры. Они то убегают, то прячутся. В общем, пока не удается их разглядеть в воде. Так, вышли мы опять на улицу. О, наши знакомые. Желтенькие обезьянки. А, здесь еще вольер, часть вольеров, еще уличных. Так что наши знакомцы и внутри, и снаружи на них можно наблюдать. Так, идем дальше. Вот это похоже гиенообразные собаки. Вот здесь вот. Сейчас пойдем дальше смотреть. Какие-то развалины замка. Тут, я бы сказал, вполне мог бы жить лев. Ну, вряд ли тут лев, кто-то тут другой. О! Привет, ребята! Как дела? Гиены? Гиены, похоже. Фоса. Нет никого. Хочу видеть фоса. Фоса. Не видим фоса. Это животное зовут фоса. Однако леопард. И видно, что животное авторитетное. Грустный львиный прайд. Ну, сейчас погода фиговая. Вон они забились, бедолаги, в угол и не хотят выходить. В общем, настроение выходить, шкуру мочить у них, похоже, сегодня нету. Маленький прайд, левик и львица. Зашли мы в террариум, тут вон какие змеюки. А глаза добрые-добрые. Питоночи. Смотрим глаза. Посмотрите мне в глаза, бандерлог. Посмотрите мне в глаза. Тут так жаркий парк, что вся оптика запотела сразу. Так что не обессудьте за качество съемки-то. Так, а тут кто у нас? Ну, а здесь мирные ящерицы вон никакие. Вау. Что так природа не натворила, а? В своих экспериментах. Интересно. Даже не могу увидеть, где он. Спрятался куда-то. Спрятался и не вылазит. Так, а тут у нас кто что? Кто-то ведь такой с хвостом здесь. Он печатает шпоры на песке. Что-то такое тут не слабое. Вот он ты кто. Комодорский варан. Комодский? Комодок живет? В комоде живет такой варан. Так что аккуратней с комодами. Внутри может оказаться вот такой варан. Вот с таким хвостом. Змей Горыныч. Да, Змей Горыныч такой. Реальный Горыныч, кстати, да. Лапки-то у него, будь здоров. И ногти я давно не чистил.
Ну, это совсем серьезное животное. Это кобра. Вон она, голубушка, спряталась. Индийская кобра. Так она еще и шкурку свою побросала кругом. Выползла из шкуры своей и убежала. Линяет, однако. Так и думал, наши старые знакомые, аллигаторы. Аллигатор, вот так вот он выглядит. А вон он там в кустах спрятался, лежит. Достали его, видимо, тут посетители, я решил отдохнуть. Не выходит. Ну, а тут живет хамелеон. Он притворился деревом и не отсвечивает. Сразу не углядишь. Никаких фланкированных черепах набрели. Хорошо быть земноводным. Пусик. Желтопусик. А, желтопузик. По земле ползет змея, а за змеей ползет семья. Змей-змея и два змеенка по земле ползут тихонько. Желтопузик. Кого выглядываешь ты? Тело-пусичник. Да видать не судьба. Здесь такие вот прикаменные какие-то тунгуски. Тоже какие-то товарищи земноводные. И вот еще представитель чешуйчатых. Пеликановые тут болотца. И дождик не на шутку разыгрался. Даже пеликанам неуютно под таким дождем. В цветочный парк, а тут такое животное отдыхает, бедное. Все пристают, наверное, а он спит себе мирно. И носиком только водит. Так, ладно, пошли смотреть. Мы, судя по всему, в каких-то джунглях оказались.